Мне очень жаль, что жители Донбасса и Юго-Востока сейчас оказались в состоянии войны. Мне очень жаль, что кто-то кому-то сверху так вот пришло в голову нас ссорить, и кто-то сверху так ужасно повернул ситуацию в этой стране. Сейчас наше дело снизу находить общий язык. Нам нужно выключить телевизоры и общаться между собой не методом обвинений, а методом предложений. Ситуация очень сложная в стране. Нужно решить, что мы будем делать, мы с вами. Не кто-то сверху, не те, кто у власти. Поверьте, власть, которая сейчас в Украине, она не вызывает доверия, честно, ни у кого по всей территории Украины.